Представляем деревообрабатывающий станок Белмаш Универсал 2500E. В серии станков Белмаш это самая мощная модель с асинхронным двигателем на 2500 Вт. Работает даже при пониженном напряжении. Станок оснащен строгальными ножами шириной 270 мм и пильным диском диаметром 250 мм с твердосплавными напайками. Скорость вращения вала 5200 оборотов в минуту. Максимальная высота пропила 88 мм. Она регулируется изменением высоты положения пильного стола. Вместо пильного диска можно установить дисковую фрезу толщиной до 10 мм. Для обработки заготовок под углом можно воспользоваться приспособлением для распиловки или линейкой. И то, и другое входит в комплект. Для строгания нужно снять пильный стол, диск и защитный кожух, затем смонтировать защитное ограждение вала. Для строгания либо под углом, либо в размер устанавливают линейку. На станке можно фрезеровать и сверлить с помощью фрезерного столика и патрона. Они входят в комплект. Дополнительно можно приобрести прижимное устройство Белмаш УП-06, подставку Белмаш П-2 и столешницу Белмаш СТ.